Упражнение «Книжка» выполняться сидя на коврике, либо на скамье. Положение согнуто в тазобедренном суставе. Руки находятся на полу, слегка перед собой. Мы отклоняемся назад, удерживаем ноги в согнутом положении, работаем и верхней, и нижней частью пресса. Конечно, пресс не делится на верх и низ, но мы можем делать акцент. Стараемся подтягивать корпус к ногам, стягивая живот и скручиваясь в центральной части корпуса. Выдох. Достаточно.